Нет, еще не умерла. Слышишь? Ты ребенок спросил, Карина, она умерла или что, бабушка Таня, или нет, еще не умерла. То есть далеко, да? У меня на одном уровне практически стоит. А, у меня что, выше, одна ниже? У тебя вон педаль сверху идет, а она нажимается так сверху. А-а-а. Пиши ручку, не забудь. Сейчас заберем. Ну, видишь, как пикнула, она Шкоде туда не пойдет. Но она сильно трясет Шкоду вот, по сравнению с этой, я же говорю, это как будто как мягче такое впечатление. Вот тут есть квадриген режимы вот такие, знаешь, как вот спорт, ну, да. Багно, там стандарт, эко, снег, там, ну, типа. Ну, но оно само переключается, когда ты стандарт, я езжу на стандарте. Оно само переключается, когда там ты в грязь попадаешь, оно как бы. Давай, тут еще на шестой. А сейчас вернемся. Тормоза слабые. Вот тормоза слабые, да, вот такое, знаешь, надо сильно нажимать. То есть нет такого, что, знаешь, вот на Шкоде, коли мне нравится, когда сразу тормозит, знаешь, а это как-то... Не, ну ты увидишь, как мы ехали, Надя, Леся, Вилл и Кот. 200 километров с хвостиком, трасса хорошая, пустая, мы рано выехали. 205 больше не ехал. 203, вот. Я не ощущаешь, сидишь в машине, не знаешь, что там. Да, так скорость. 2 литра мотор, да? 2, да. Да, разгоняется, я сбегу. А что это билибим? Это я не пристегнут. Это ты не пристегнут, это и я не пристегнут. Да. Пристегнут. Не, на быстрой привычке, интересно, да? Да, хорошая машина, обалденная. Хорошая. Ну, я, а так... я тебе, зайчик, тысячу раз благодарна, что ты его надоумал. Ох, ты тоже такой классный. Блин, ну так хорошо, вот на поворотах, ты знаешь, она хорошо. Бывало такое, что такое, я скорость беру. Ну потом вот когда сильно на тормоз, как бы, тут красотки. А как, это вот тут видно? Вот тут нажми кнопочку, вот эту красную, где горит. Да, да. Да, да. Мам, убирай сумку эту. Садись. Ты знаешь, как эти тёлки с 90-х, такие, знаешь, такая короткая юбка, такая раз, раз. Мне нравится левой ногой наступать на... А-а-а. И я больше стою левой стороной. Ничего себе тут место, сколько. А что, ты на иностранном языке книжка? А это мне подарили, хочешь, возьми, почитай. Там Элтон Джон и Фредди Меркьюри еще одна книга есть. Почитаешь? Про Фредди, да. А Элтона Джона я... Они дружили, там это мне вот Юра дарил. Так это книжки. Одну... Там две книги есть. А, вот. Бери, читай, и ту. Потом пришлешь по почте. Приедешь. Ну хорошо, приеду. Или я приеду. Я, кстати, предлагаю, Гена, приезжайте на свой день рождения с утра к нам. Отметим, я все приготовлю. Побудем у меня дома, отметим день рождения. Потом вы, как интеллигентные люди, 17 числа вечером пойдете на спектакль, где я буду играть Грица в Сорочинской ярмарке, вы еще не видели. Кто-то не пристегнут, и Гена. Я сделаю. Смотри, у тебя вечером спектакль. Тебе нужно отдохнуть. Не надо ничего. Они готовят встречать гостей. У Ены день рождения. Раз мы можем приехать на твой день рождения просто на спектакль, а день рождения перенести, допустим, на субботу. День, да. На субботу. А вы можете на свой день рождения приехать? На какой день? На Енин. Да, ну что за прикол? А мы можем приехать к тебе на спектакль? Ну, это же Енин день рождения, получается, 17-го. А Гена знает об этом? Ладно, давайте вы без меня. Я катаюсь на вашей машине, вам нравится? Супер. А что ты так летишь? И правда, что на этой машине медленно нельзя ездить? Ну, она же либо я не езжу, заправляю. Нет, ну если остановят, блин. Да ничего. Гена, блин, папа, ну жесть. Ну что такое? А с какой скоростью? Вы что, спрятались? Нет, папа, ты пересекай! Запад до Украины 200 с чем-то. Мы едем 57 километров в час. Вы что? А это знаешь что? Это он ее проверяет. Боже. Ну как он, да, поворачивает. Ну правильно. А если она не кренится, падает? Ну тогда. Тогда надо было пристегиваться. Я сижу посередине, мне даже держаться не за что. Что ты делаешь? Чего вы орете? Так голова от нас болит. Бабушки летят. Вверх дует или нет? Да, дует вот когда вот так вот. Вот. Жарко в роже. Смотри, по плохой дороге она идет хорошо. Подожди, нас еще сам был. Отлично. А сам не можешь так кататься? А вверх может как-то по-другому надо, Гена? Ну, вверх должно быть до стеклышка показано. Подожди, это вот так?
Или вот так, да, вот так. Смотри, да не, ну это очень страшно, как у нее так. Ну как сумасшедшая рана. Это забыл. Ты не кричала, бабушка? Она спокойно сидела на нее. Отмороженная бабушка. Бабушка отмороженная. Я же 1000 километров проехала до дома. Удобная, да? Ну, так вот, как-то идея, знаешь. Это я тебе благодарен, я бы такое купил бы. Вот если б не ты. Поворотами спуск. Ну да, какой-нибудь другой американский купил. Да, еще без 15-летней давности. Да, да, нравится. А нахера тогда был? Ну ты сказала. Продавай Беху, покупай. Не, ну сейчас когда сам мелко прокатит. Ну а по ямам вот как. Да, это нормально. Говорит типа как кубик. Самая со стороны. Новейшая, да? Машина. А кубик это гелик. Да? Да? А кто сказал кубик? Диана. Да? А вот это я еду, мужик мне, типа гелик, да? Ну, а я такой, ага, гелик. Думаю, что такое гелик, я хер его знает. И Диана сейчас это сказала, представляешь, значит... Типа гелик. Другие не очень, как сказать, разбирающихся в этом, эта машина сосредоточена. Это уже... Да, ну тут уже, конечно, когда... Ну, так же, 2 литра мотор. Ну, да, ну так а она. А ей вообще отлично, живенькая такая, типа классная. Резкая, да? Да, нормальная машина, обалденная. Ну, что-то это тормоз мне не очень, знаешь, тормоз, как-то... А, что ты хотел? Да, а что оно так, Ена, нельзя подкрутить, чтобы они ничего не сделали? Сами колодки, сами диски. Ена, я уже, мы на лове, он бедный побежал. Что ты говоришь, знаешь? Он побежал, потому что человек побежал. Он меня пешеходом. А тут, это, машины с непонятными западенскими номерами рассекают. Но она хорошо, ты знаешь, вот как-то поворачивает, тут камера классная, когда вот я тебе покажу. Когда мы вот если маленькая скорость, то включается камера, когда. Когда. Камера какого объема. Вот видишь она. Вот я всегда вот выезжаю, я смотрю прямо на камеру. Мужика видно. Да, мужика видно все. То есть я смотрю прям в камеру, четко, чтобы припарковаться. Вот мне. То есть я без... быстренько помещу и я. А мне, кстати, надо отправить ген. Паркинг, ничего? Паркинг, паркинг. Мы успеем? Успеем. Паркинг просто. Паркинг. А, не, а ты сверху нажми, да. Ага. Так, Ена, держи свою эту. Так, сумка здесь. Я говорю, что у меня спрашивают, там вот зрители пишут, что как он едет и снимает, и головой крутит, и видео монтирует. Я же говорил вам, дорогие зрительницы, что есть центры внимания, которые задействованы при работе на оперной сцене. Их намного больше, чем они задействованы при машине. Поэтому для меня это абсолютно не проблема. Смотреть по сторонам, снимать, монтировать, болтать, разговаривать. Я к Ленин. У которой мавзолея, а я в Украине. И за свои просмотры на хорошую орешку не попасть. Не забудь. Да. Это у нас Ангулинка сейчас будет. Мам, это типа там, где рынок, вот это туча. Туча называется там. Ангулинка, это основной рынок. Вот он, справа. Мам. Справа? Вот это Ангулинка? Его застроили. А, смотри, церковь как называется, церковь, знаешь? Я не знаю, как она называется, но такая же. Не знаю. Вот видишь, что он стоит посреди дороги? То что маны хватает? Театр. Вот это я тут, по-моему, да. А, нет, это Магара, это у вас драмтеатр известный. Торговля, память, когда ты выходила замуж, я купила костюм. Что, Самвелка, помнишь, бегал? Братуха, молодец. Серега, Серега, где ты? До сих пор мой живой костюм бирюзового цвета, юбка сзади с разрезом. Я ничего не поняла. А вот Серегу. Здесь летучая мышь впереди. Зеленый костюм, она была на свадьбе, я потом сценку делал, да, когда да. Она снимала. А к чему она это вспомнила? Уже сколько ему лет? Вот красивый дом такой. Боже мой, какая. Значит, костюм вот красивый. Архитектура, да. Приезжай в Запорожье. Ты знаешь, мне кажется, у нас красивее есть дома старинные, чем у вас. Красивее, чем у нас, да. Ну, мы сейчас на бульвар едем, там они все. Мамка, я не поняла, к чему ты сказала за Серегу, за костюм, что-то. А Самвелка снимал видео, Серега уже мертвый. Вот перед 8 марта. Я одел мой этот костюм. И что, это к чему зимой, ты вспомнила? А к чему ты это вспомнила? Мы показали театр, а ты вспомнила Серегу и костюм. Это к чему ты вспомнила? Нет, театр Анголенко показала. И она сказала, Диана. Что ты там замуж я выходила. Что я костюм. Я на Анголенко замуж не выходила. А, Ира, ты с базара? Ира, на базаре продавать замуж. Я хочу сказать, что... Поэтому Диана говорит, бабушка, он Анголенко. Я сразу вспомнила, я же костюм брала. 400 рублей. А, она на Ангулинка да, покупала костюм. А где было покупать? Это в магазинах ничего не было. Это ж на туче толкучка, туча была. Советский Союз. Это универ. А где универ? А вот один из корпусов.
Это был у нас дом одежды. Вот, дом одежды был. Вот это, да? Да, да. А ты, танк, мама, а справа Украина. Танк. Дальше, да, ну до Украины мы едем. Заводи танк, будем освобождать. Вот это была наша университетская, вообще для всех студентов. Да, студенческая поликлиника была. Нам было очень близко нашему университету. Она заброшенная? И машинки. Нет, ее реставрируют. Ну, типа, я люблю такие здания. А, допустим, с другого конца города, кто где учился, им далековато, но это было здесь у нас. Самвелка едет молодец. Ты вообще знаешь город, да, Ира, хорошо? Да Запорожье. Нет, откуда я знаю? Ну, ты же училась 5 лет. Так я училась, я же не шла. Ты как я жил я в Харькове. Я ходила в определенные вот места. Вот и я так, работа дома, больше да. ничего не знаю. Куда нет, шу? Вон она общага у нас была, ну, то, что мне надо было, я знала. Не, а будь, не будь тебе блогер, Шейд. Да не, я и не собираюсь. Это что попало? Вот в него попало. Да ты шо? Да. Понимаешь? Мамка, вот слева он выглядывает, торговый центр. Вот в него у нас попали были утром, вот посмотри. Где, Ирочка? Вот, мам, вон, ну вон он. Вот же на углу, да? Вон, вон, мам. Тогда может сейчас банк. А, вот он дальше. Мам, а что ты кричишь? А? Диана, ты не видела, когда они приехали, когда пришел Родя? Это был ужас. Как все орали. Орет бабушка. Больше всех орет мам. Вот. Вот сюда попали, да? Вон торговый центр. В центре все пробили. Ой-ой-ой, сверху, ага. А вверху у него ой-ой-ой. Был стеклянный купол. Ой-ой-ой-ой-ой. Там страшно было. Да, и вот этот стеклянный... Оно сейчас не работает, да? А он и не работал. Он и не работал, понимаешь? Ну, потому что закрыт был, да? Вот, да, он был закрыт, он не работал. Потом у него прилетело. Вот этот стеклянный купол, который рухнул, весь разрушен. Кинотеатр сильно пострадали, понимаешь? То есть это стекло побило внутренний стекло. Знаешь, людям шок, людям шок какой, да? Да, ну люди не работали, они не... Не, ну вот в округе, представляешь, как сотряслось тут все. Да, говорят, окна повылетали, кто рядом там. Ты взял телефон в руки, говорил, буду держать, положи. Центр города. Интенсивный... Тут интенсивный рух. Вот этим... Я как что-то не знаю, что... Пешеходы могут бегать. Особого движения тут не вижу. Ну, по Киеву было так, стремновато, конечно. У нас не так, Киев, как да, у вас. У нас не так, как в Днепре. Да? Едешь-то едешь. Меня тоже... У меня вот хороший был Ира, инструктор. Вот он сказал, у тебя две ноги. Угу. Видишь, мы на желтый... На нет, мы на желтый проехали. А уже на красный. А мы начали движение, мы обязаны его закончить. Понятно, но ты был обязан остановиться был на желтом. Мы уже все. Ну, поехали бы, по факту мы на красный. Ну, потому что и будешь доехали мы на красном, доехали. Если тебя ты бы остановили, нет, я ты бы доказал. Долго бы рассказывал. Нет. Но что мы по факту должны остановиться на мигающий желтый. Да? Вот ЗАГС у нас. Дидиана, Карина замуж выходили. Да, ЗАГС. Да, 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 ура. 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 А вот и дом быта, как и в Кременчуге, что чуде прилетела. Где прилетела в дом быта? В Венницу. Венница. Это у нас сейчас будет остановка. Мне сколько было знакомых, где она присылали даже ну, покупки с СМВЛ. Она говорит, что рассказывает, что оно не работало. Я, говорит, была там 15 минут назад, вышла. Ребята тоже знакомые. А, это за Амстор чисто? Да, да, да. Ну, то ж такое, видишь, им не докажешь ничего. У нас, наверное, не работает, вот не работал только Аврора, да? Вот, все остальные... Украина не работала долгое время, все остальные, ну, супермаркеты, вот эти вот, Сельпо, все работали. Эпицентр, метро. Неплохой город все равно, Ира, Запорожье. Как-то мне казалось, он раньше брачнее. Что так, ну, может, городок. Знаешь, с каким настроением и да, как, какая компании, погода, да, знаешь. Какое настроение. Ну, как... Так солнечно, и... хорошо, пасмурное настроение, нет, все фигово, знаешь. Ты училась, Ира, тут твоя молодость такая, да, да молодые да, студенческие да, годы. Да. Ходила на рынок, приезжала в таких сжатых да, этих халатах, плащ, этих плащах, эти на сережки, эти начес, вот эти юбки, знаешь, вот ты садилась, знаешь, такая садилась, как вроде с 90-х, так такая, это знаешь, же было. Девица. А какие же это было? Ну вот сейчас ты садилась, сейчас, да, сейчас ты залазила, такая, как будто ты девочка с 90-х, знаешь, такая. Ну это хорошо, это комплимент. Мне так прикольно, знаешь. Это будет комплимент. Девочка с 90-х, это... Ну так, да, знаешь, такая... Это у нас бизнес-центр. Ну, красиво тут, вот да. Это вот сам
бы, как сказать, центр. Самый центр, да, да. Вот, а ты помнишь, ты говорила, там же зеленый уже. Так он же стоит. Я видел. Помнишь, ты говорила, что ты как приехала в Запорожье, ты хотела какую-то там, то ли восьмиэтажка у вас есть, и ты тоже задалась вопросом, а как там наверху, помнишь? Там какая-то, да, как... да, да, это дальше по проспекту. Дальше, там какая-то арка, помнишь, да? Там как, да, да, это дальше. Здесь областная рада. А и вон оно впереди, вот это восьмиэтажки, я вижу. Это бульвар Шевченко, вот мы туда едем. А это было Щорса раньше, если я не ошибаюсь. Щорса мы проехали, Щорса это где проспект Макара. Щорса, да? Нет. Это у нас все проспект Ленина был. А, он вот, один вот. Единственный, он очень длинный, самый такой. Длинный, это проспект Ленина. Щорса, остановка Щорса, улица Щорса, это где театр, это где театр Магара. А ты была там в театре? Там, конечно. Там классный, конечно, крутой театр. Конечно. Хороший. Да, он такой уютный, такой, знаешь, угу. Небольшой, такой хороший. Запорожье. Она спит? Нет. Ты хотела Украину поставить, вот торговый центр. Там всегда скуплялось раньше, считалось хорошим. Мне вот эти балконы нравятся, видишь, боковые, там вот такие, они как с лапками какими-то. Вот, мам, Украина. Налево, да? Ну вот, мам. А ты знаешь, Ян, что у нас Брокарта откроется скоро в Украине? Да. А Брокарт это духи, да? Брокарт это просто не только духи, это вся там и парфюмерия, и косметика. Так у нас есть не при Брокарт. Брокарт это держала, я не помню, или Питер, или Москвич. Да, такие, да, дома вот эти красивые. Москвичка тоже держала, и они же все закрылись. А теперь эта москвичка переписала этот бизнес на кого-то у нас в Запорожье. И у нас только в Запорожье будет открытый Брокарт. То есть его даже в Киеве. Вот тут смотри, как красиво люди тоже гуляют. Ну, не знаю, насколько это правда, говорят, фонтан. Но в Ашане у нас Брокарт работает и здесь открывается. Смотри, какие красивенькие, боже мой. Вот опять мы на какой едем? На зеленый, ну... Все? Да. А как? Ну, вообще-то мы ехали на желтый. Ну уже, да. Ты даже не видишь, что светофор. Я вижу, да, хаину, Ира. Все нормально. Вот это немножко вот на это надо. Вот смотри, какая красота, боже мой. А вот эти дома вот за Шевкини. Сейчас мне напоминает Генку, когда мы приезжаем на мотоцикле, где-то едем. И он, ой, а я на дорогу смотрю. Самвел, ой, а я на дорогу. Мне кажется, в этих домах жила элита, знаешь, интеллигенция. Ну смотри, видишь, но тут уже... Тут а уже не ладно. Надо было так быстро ехать. Яна, ты жива? Вот сейчас ты остановился правильно. Только на самом дому упал. Ну мог проехать, но уже опасненько, не надо было. Давай поеду сюда. Я могу назад сдать. Не надо. А что? А там сзади он летит. Я вижу. А я обосраться трошки. А я трошки обосраться сзади. Ты же понимаешь, хорошо, если... вокруг тебя профессиональные водители и где-то какую-то твою погрешность они слаживают, а да, если это вокруг тебя вот еще... видишь, вот желтый, надо дождаться, что да, вдруг кто-то будет сейчас лететь, заканчивать движение, надо даже после зеленого смотреть, потому что кто-то как я будет успевать на мигающий. Я же говорю, а если вокруг тебя еще больше несведущие водители, вот это что перепутает газ тормозом, надеяться, что кто-то тебе, ну, поможет, да, куда ты летишь? Смотри, какие классные. Вау, класс вообще. Ну, как специально, блин, ты не подумал. Вау, класс. Остановись. Класс, дом. Остановитесь, как сказал Янукович. Да. Видишь, женщина за рулем тоже. Вот. Ну, женщины аккуратно. Они, кстати, водят лучше, чем кстати, мужики. Кстати, здесь тоже женщина за рулем. Мама, ты видела, что это касса ЖД? Никогда не видела. Касса ЖД? Вон, касса ЖД висит. Что, раньше так и было в Мелитополе, были отдельно, можно было не на вокзал ехать. Отдельно стояли кассы, ты можешь в них прийти и купить. А сколько протяженность Запорожья? То отдельно. Да Ира не знает. Стопы, мы будем поворачивать. Где? Вот тут. Прям здесь? Прям на пешеходном? Ну вот за вот этими машинами. А, за ними, да? Потому что вы мне задурили мозги, я забыла, куда мы едем. Туарег вот этот. Туарег, вот это впереди, да, вот эти башни, да, что ты говорила. Часы наши набивали. А вот тут мы выступали, Днепрсталь, да, Спецсталь. Да, Днепрсталь. Дальше театр Глинки. Тоже там выступали. Вот тут часы правильные, полтретьего. Конечно, правильные, мам. Сейчас часы здоровые. Где-то на Тауреге тоже он русский, кстати. Да? А, он, а это я не знаю даже.
как вот тут мы были. Приедешь на машине, ты не знаешь, я не смотрю на Хирами, не на мир. А я, знаешь, я в другую, любую страну прилетаю, я тут выступала. Я сразу смотрю на вот это вот. Знаешь, это вот. Ира, мы тут приехали, была летучая мышь. Ой, не летучая мышь, а мистер... Да, летучая мышь. Я приехал с Египта, помнишь, я тут выступал. Мы где-то должны здесь припарковаться. А, здесь? Так что ты не сказала? Там мама. Он военный, сидят и слушают мечи. Мама, ты вся в золоте, сиди спокойно, ни с кем не разговаривай. Мы сейчас подойдут, за шею схватят, придем, ее нема, она вся в золоте. Мама, не бросила. Мам, мы здесь. Не если бросила. Что, он военные сидят. Ну, а тут кормят переселенцев, да? Время, да. Ищу, в грузинском ресторане, ничего себе. Да. Ну, они кормят их не хачапурием и... Не шашлыком, да, а чем-то. Они дают определенные, как все знаешь, они дают боксы. Ну, короче, кэтринг этот. Я не думаю, что хачапури прям крутят. Я думаю, наверное, суп там... Красивая башня, Ира. А как да. туда залезть? Дом, это ключи есть уже, какие там такое. Если были, кто... Где-то у нас был дом, помнишь, вот там был, но где-то туда, по проспекту. Там, получается, ты выходишь на балкон. Там тоже красивые. Там вот две колонны, огромные две колонны. Вот так вот, как окно, я говорю, вот бы сам был бы, как бы встал и на всю, на весь проспект. А, вижу, ага. Где-то там. Да, мы тебя примеряли там. Да, мы из Яны примеряли тебе дом, балкон искали. Что, знаешь, вот выходишь, и прям перед тобой этот самый, такие две огромные колонны, знаешь, Сталинграда. А что у нас где-то будет? Что тебе уже книги предложить? Что тебе уже предложить? Чем может ты? Мы же перепугались. Такая сидит, скажи, красивая. Я думаю, что ты руками крутишь, думаю, сейчас... Сова, пойдем. Пошли. Это календарь. Выброси его. Выбросить, да? Да это с Мадонной, зачем? Ну что вы выбрасываете? Она говорит, под ваш цвет платье. Ну календарик, что вы уже такое? Это же выбросить. Не надо, не безбожница выбросить. И посмотри, это какой бог. Молитва матери. Ну просто... Амадора, Господь. Да. Это что-то эти сектанты. Ну, это не наш бог. Это может быть просто другая религия, мама, это сектант. Давай, Маркиш. Ну, это же не наша Богоматерь, понимаете, сектанты. Наша Богоматерь, Рось. Я твой бог, как мама. Она мне понравилось платье, вышла на солнышко. Она тебе еще больше зубы договаривала. Красивая девочка со своей мамой. Красивая мама со своей девочкой. Со своей дочкой. Красивая девочка с некрасивой дочкой. Красивая только Гульнас и ее мама. И свату, то еще в свинарнике работает. А мы сами уродливы. По вкусу Самойловых подписчикам, да. А мы уроды сами. Все самые страшные. Вы сами красивые. Мамка нет. А мама хрен. Она не сдается, а мама нет. А мы сами красивые. Это ты так резала типа веером? Венером, там красота. Жир, мясо, ну, курица. Красота. С собольчиком. Приподнимите. Заяц. 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 Заяц.